Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info. И в этом видео расскажу вам, как подключить наушники Motorola Escape 500 ANC к вашему Android-устройству. Итак, для этого, во-первых, мы на нашем Android-устройстве просто отодвигаем верхнюю шторку, включаем Bluetooth и зажимаем значок Bluetooth, чтобы перейти в настройки. Теперь... Это же не они, правда? Вроде нет. В общем-то... Чтобы их перевести в режим сопряжения, я очень долго на самом деле промучился, чтобы понять, хотя мне кажется, это можно было сделать быстрее. На правом наушнике у нас есть кнопочка питания, вот она. И мы ее должны зажать, во-первых, на 4 секунды, чтобы наушники включили, но после этого мы ее не отпускаем. И ждем еще примерно 5 секунд, когда синий индикатор примерно вот здесь начнет моргать. То есть зажимаем, раз, два, три, четыре. И ждем, пока он начнет моргать. И вот теперь отпускаем. Теперь ждем, пока наш телефон обнаружит данные наушники. Это не они, это 900BT, это что-то другое. Вот, Escape 500 ANC. Нажимаем на их название и нажимаем подключить. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.